Пока детали страшного происшествия выглядят так. 40-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и позади автобуса. В этот момент его водитель сдал назад. Женщину повалило на асфальт, автобус ее переехал и, по некоторым данным, дважды. Пострадавшая многодетная мать скончалась до приезда медиков. Сейчас в этом деле разбираются сотрудники МВД. Комментировать ситуацию в ведомстве отказываются, ссылаясь на тайну следствия. Но эксперты считают, что с учетом обстоятельств это происшествие могут отнести к статье 264 Уголовного кодекса «Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред человеку или его смерть». Добавим, что этот 33-й автобус, под колесами которого погибла женщина, обслуживает компания «Транслайн». Тот самый новый перевозчик, который скандально выиграл конкурс на обслуживание сразу нескольких маршрутов Барнаула – 33-го, 77-го и 121-го. В штате компании «Сповалихи» было всего 4 человека, а представленные на конкурс автобусы в день смотра комиссии были сняты с других маршрутов не только Барнаула, но и другого города – Бийска. Сейчас в отношении «Транслайна» и администрации Барнаула ведется сразу несколько судебных разбирательств. А жители считают, что сейчас пассажиров возят совсем непоказательные машины. В соцсетях не раз жаловались на неудовлетворительное состояние транспорта этого перевозчика. Автобусы старые, прямо на ходу отваливаются колеса. После смертельного ДТП некоторые сотрудники нового перевозчика переживают, что предприятие могут лишить лицензии. Анастасия Дороган, «День с толком».